Сова, беги скорее, яйцо. Чего ты там? Да подожди меня, сова. Подожди, мне надо тебе там наложить. Подожди. Давай подложим. На бедную кучку он перышков сложила. Сова. Давай соломки наложим. Вот. Я в окно увидела, что она слезла. Да. Давай, вот. На перышек положила под яйцо. Она уже вот все остыла, пока ты там ходила. Да? Вот так. Чтоб ты жопонькой не в мокрой земле лежала, сидела. Тут у тебя, чтобы не дуло, да, тебе? Тихо, держи. Вот. Да, вот так прослоечка будет у тебя. А яйцо вот. Все. Вот теперь садись. Давай. Подушечку. Вон туда тоже. Чтоб не дуло. Да? Сова. Усаживайся. Она еще не включилась, мне кажется. У нее такое сейчас. То помнит, то не помнит. Да, Ёля? А что делать-то надо, скажи? Ну, сходила, прогулялась. Все. Вот, молодец. Это твои перышки, да? Ай, а это мои пальцы. Такой острый клюв стал у совы. Я же всю зиму точила. Да? Ну, садись, чего? Угува. Уже не хочется что-то. Что-то как-то не очень, да, ёлонька? Сова размышляет. А? Сова. Тук-тук. Сидим, ждем, да? Она никак не отвиснет. Ладно, разбирайся, я пойду. Кажется, сова не очень хочет этим всем заниматься. Говорит, что опять? В прошлом году уже все это делали. Ну вот, а было бы живое яйцо? Хотя не, оно бы сейчас не замерзло, просто там... Еще можно как бы его оставлять, не греть. Вот если бы оно уже там недельной давности или двухнедельной было, оно бы, наверное, испортилось вот так, да, Юль? Ты идешь? Я тут сижу с яйцом. Вот. Иди скорей. У меня место на телефоне всего на 2 минутки. Ёлонька. Да-да, иди скорей. Сова. Вот качество фонариков. На доме фонарики вон свет мигает, если камеры снимать, а на совешне нет. На совешне и количество огоньков на каждой вот этой вот ниточки больше, чем на этих. Да, Ёль, иди сюда. Я тут уже твое яйцо все не хочет возвращаться. Яйцо соскучилось. Не идешь?
Лежит. Я соломы нагребла здесь. Ямку ёлкину закопала. Ёль! Да-да. У тебя там что? Ты сюда идешь или гуляешь просто? Я не могу к тебе подойти, я яйцо охраняю, Ёль. Сова, что там? Ну да, ну да. Или ты уже забыла про яйцо? Угу. Ну что ты? Гува. Иди крыску съешь. Я тебе даже кусочки порезала. Да. Идешь? А если я вот отойду отсюда, то ты, может, думаешь, что я прям сижу на яйце и... Вон, смотри. Яйцо одно. Ёленька. Может, давай забьем на него и не будешь в этом году больше нести? А? Скучно же. Такая волнительная повер. Да, одно яйцо осталось. Как быть? Она реально думала, что я на нем буду сидеть вместо нее. Угу. Иди, давай. А что делать? А я за едой. Ты сидишь, я иду, вот делаю. Приношу там. Да, Юль? Да-да. Сяди, сяди. Ну да. Ага. Этой стороной. У тебя так под попой вот кусочки крысы будут. Я их отложу. Все, все, садись. Так, ну-ка давай это съесть надо. Я заботилась, резала тебе. На. Нет? Ну, блин. Ну, сова. Ты ж потом их не найдешь, не съешь. Ну и все, ну и я пойду. Где мои ножницы? Все, пока. Сидите, пожалуйста.